Средняя школа номер 13 в областном центре известна как учебное заведение, активно развивающее тему патриотического воспитания. Она названа в честь ее выпускника Валерия Хована, сапера, погибшего в Афганистане при выполнении интернационального долга. И именно событиям афганской войны посвящен музей, работающий в школе более 10 лет. За эти годы экспозиция менялась, дополнялась, обновлялась, и сегодня музею нужны дополнительные выставочные площадки. Зная об этом, свою помощь в школе оказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонид Брич. Сегодня он почетный гость музея. Сегодня я благодарен тому, что имею возможность, вы пригласили, имею возможность соприкоснуться с той работой, которую вы проводите, и не побоюсь этого слова сказать, в деле военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения. Вы сами через себя это все пропускаете. При депутатской поддержке 13-я школа стала участницей международного проекта, победа в котором позволила расширить перечень стендов. Теперь музей будет более интересным и разноплановым. Очень важно, что все-таки значимость того, что мы делаем, осознается в вышестоящих структурах. Это очень важно, и что они видят нас, и что поддерживают, и что понимают нужность того, что мы делаем. Кстати, обоюдное сотрудничество уже получает новый виток своего развития. Представители школы подали на конкурс еще один проект, на этот раз по IT-образованию и робототехнике. В учреждении активно работает STEM-центр для младших школьников. Сегодня администрация учреждения заинтересована в развитии этого вида обучения, правда, уже для учащихся старшего звена. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.